озвучил механик специально для группы Джена Марбл ВКонтакте. Драма фан. Окей, на этой неделе я хотела сделать видео, которое тебе поможет. Потому что мне нужна помощь, может быть, тебе нужна тоже. Это видео для тех, кто не сексуален от природы, так же, как и я. И все, что я бы не делал, выглядит очень неуклюже. Вы когда-нибудь точно тусовались с такими девочками или знаете таких, которые все время секси, они знают свое дело? Пошли нахер! Для обычных людей нужно немножко помощи, чтобы они выглядели сексуально. Потому что тяжело быть причудливым. Короче, я нашла способ, как сделать абсолютно все немного сексуальнее. Возможно, это самое сексуальное, что вам доводилось видеть. На эту мысль меня немного вдохновило видео «Sexy Sax Man» Майка Диваса. Я выложу ссылку в описании, если вы этого не видели. Уже около 20 миллионов людей видели. Скорее всего, ты знаешь, о чем я говорю. Короче, эта песня делает все мгновенно намного сексуальнее. Это серьезно, прям закон вселенной. Я вам сейчас это докажу. Готовы? Поехали. Обычненько. И секси по Джорджа Майкла. Не сексуально. Сексуально. Совершенно не сексуально. Немного огонька. Сексуальность прям зашкаливает. Короче, теперь ты понимаешь, о чем я? Все выглядит намного сексуальнее на фоне песни Джорджа Майкла. Думаю, я прояснила свою ситуацию. И чему мы научились, Кермит? В общем, в следующий раз, когда ты захочешь обратить на себя внимание, все, что тебе нужно сделать, это включить эту песню на телефоне и медленно двигаться или делать что-то такое. Он, конечно же, пригласит тебя на выпускной, а потом ты забеременеешь. Это неоспоримо. Это так и есть. Подписывайся на канал, мы выкладываем видео каждую среду. На моем блоге jenamarblesvlog.com/shop есть все эти игры. Нам все равно, все равно, все равно нам. Bring me this, bring me this, over here.